Ассаламу алейкум. Ну, это чисто, ребят, мои волосы после трансляции. Мне даже живот заурчал. В общем, по идее, я недавно только оттанцевала на трансляции. Вот, успела еще поиграть на гитаре, разобрать другой текст. Вот, и что я могу сказать, ребят? Я сегодня в таком вот золотом платьишке. Вот, оно у меня, кстати, давно. Я его редко ношу, но оно мне нравится. Вот, и сзади такой этот... Такая красота. Вот тут так надо сейчас прибрать. Вот мама вытащила соки. Они пиздец какие холодные, ребят. Охренеть. А как же их пить-то? Подождите, офигеть, я в шоке. Посмотрите, это, в общем, такие конфеты. Ребят, конечно, вот эта конфета, кто увидит, ребят, никогда ни за что ее не покупать. Я могу сказать, чем она нас убила просто. В общем, красивая упаковка, прямо выглядит, да, классик, шоколад, типа так интересно. Вы открываете эту обертку, такая она очень сильно красивая, потом... Там еще одна обертка, и вы такие думаете, блин, что же там нас ждет? А там ждет обычная конфета, пальмовое масло и все. То есть вообще, ну хрень, реально, я еще такого говна не ела. То есть, как бы, знаете, вот конфеты за 100 рублей, там за 200, к примеру, которые вот просто чисто шоколад и там какие-то орешки, они намного вкуснее, чем вот эти. Вот эти, мне кажется, точно дорого стоят. Ну, в общем, вот эти конфеты, ребят, очень сильно вкусные. Вот их вы можете брать вот прям чуть, прям много. Они реально просто кайф. Кайф, просто такие конфеты, они реально очень сильно вкусные. Там внутри M&M's, и они радужные, прикольно очень. А этот язычок я так и не кушала. Вот, еще такие конфеты. Интересно будет попробовать, тоже прикольно выполнены. Вот, и еще вот такой же марки, только другая, зеленая. Я не знаю, но я думаю, что они одинаковые. Вот. А так все вот так вот, ребят. Очень сильно холодно, минус 20 с чем-то, и это капец, потому что когда такой, знаете, резкий, резкая такая смена температуры, это капец. Макарошки с фаршем, такая вот вкуснятина, да, как это, да, типа так странно смотришь, надо, ребят, вкусно. Вот, я помыла газ, вот у нас он чистенький, да, у нас он чистенький. Вот, вымыла полы за сегодняшний день, далее прибрала ковры и, в общем, так слегка подготовилась. Вот такая вот красотища, красотища. Вот, на улицу я даже шторы, ребят, открывать не буду, тут очень сильно холодно. Вот, а так у мамы все подготовлено, ребят. Посмотрите. Все подготовлено, всякие вкусняшечки. Вот это у нас купленный, свой мы не стали делать. Там у нас салат. И вот такая вот вкуснятина, ребят. Все по чуть-чуть. Ну, потому что как бы старый Новый год, его не так все празднуют. И так чуть-чуть перекусить прикольно. Ну, а я вот. Очень сильно мне холодно сейчас, на самом деле, здесь. Вот, да. Почему я хожу в летних этих? Я так-то их отмыла. Ну, попыталась их отмыть, на самом деле. Они так слегка отмытые. Вот, потому что я танцевала. Да, это я отсидела. В общем, вот такой платьишко, ребята. Она очень сильно классная. Очень сильно мягкая. Мои волосы. Вот, очень сильно мягкая. Вот, просто прикольная, блестящая. Вот такое вот оно, прикольненькое. И моя кофта, ребят. Я с ней вообще не прощаюсь, потому что сейчас очень сильно холодно, и эта кофта просто меня хочет как-то спасать. Кого я больше станешь? А ты пока залезай. Залезай, я. Нет, еще. У тебя хоть сумка-то есть, Лен? Какой? У меня почти стул меня ухватывает. Так, 58 минут. Иди сюда. Кристина, куда пошла-то? Да. Ты же со мной сидишь всегда. Садись. Сюда? Можешь сюда. Ну ладно, сюда, чтобы не этот, никуда не этот. Ой! Я сейчас пойду, это все есть вообще, блин. Вот такой столик. Это называется, ребята, около минус 30. И поэтому я сижу в платье и с капюшоном. Это, конечно, прикольно вообще. Я же сказала, шампанское, говорю, вытащи. Но я бы сейчас все равно вишни пила. Так, а его же теплым нельзя. Видишь, поднялось. Можно, потому что здесь холодно очень. Поэтому можно было бы. Все, все, все. Ah!
новым. Старым Новым годом. Да, со старым Новым годом. Всем крепкого здоровья. Да, пусть все плохое остается в 2020 году в том. Да. Да. Вот, а в 2021 году, чтобы было здоровье. Да. Да, ребят, такого еще веселья я давно не встречала. Потому что сколько новых годов, старых новых годов было, как бы все такие тепленькие, вполне, я бы сказала, по погоде. Да, мои мозги после нуля, они не варят ни хрена. В общем, конфетка. Да, чаек, ребят, никаких соков я не могу пить, потому что у нас гранатовый сок просто-напросто весь... Холодный, шампанское никто не открывал сегодня, откроем сегодня утром. Вот, салат мы уже убрали. Вот, посидели буквально несколько минут. Вот, потому что зачем? Вот, такие вот. Очень вкусная вот эта помадочка, она прям вообще, ну вот, посмотрите. Прямо супер. Вот, тут у нас яички. И бутербродики с красной рыбы, которую я очень раньше обожала, но сейчас не люблю. Так, и пирожное рыжик. Как оно называется? Я не помню, короче. Сейчас возьмем. Этого нам будет предостаточно, потому что он очень сладкий. Да, а потом, блин, будет такое, знаете, типа худеем после праздников. Но это не в моем случае, но все же. Как бы потому что я придерживаюсь слегка. Ну, как сказать... Так, с горькой пополам. Пробуем тортик. Уже второй раз его ем, он меня заколебал. Я никогда не думала, что я буду, знаете, наряжаться в старый Новый год, так при этом я еще буду в таком вот виде, знаете, типа, капец. Но на самом деле, вот эта штука, она очень, ребят, мягкая, она идеальная. Что-то зайчье, что-то такое, я не помню, в общем, какая-то здесь это. Но, ребят, она так стреляет. У нас был эксперимент с лампочкой. Решили довыпендриваться с мамой. Начали проверять ток. В общем, взяли лампочку, начали вот так вот тереть об эти вот штуки. И у нас тупо чуть не загорелась лампочка. В общем, мы открыли что-то там, ну, в наших головах, да, типа что-то новое. Вот, поэтому теперь она у меня... Постоянно херачится током. Так что вот так, ребят, не повторяйте это. Это очень плохо. А еще, в чем минус вот этих вот пирожных? В чем минус этих пирожных? В том, то, что они быстро твердеют. Вообще. Вот. Сегодня, ребят, я... разыгрывала. Ой. В общем, говорю же, мозги после нуля вообще никакие. В общем, сегодня я еще играла другой куплет. Уже припев. И... Ну, так, в общем, потихоньку. Вообще, реально. Просто капец. Это капец. Реально очень холодно. Блин, я помню, когда мы раньше с друзьями ходили на горку, нам было просто, ребят, не холодно. Мы минус 30 практически не чувствовали. Нам было насрать. Мы в подъезд погреемся и выйдем. То ли зиму поменяли. Ну, чисто там же свои как бы такие эти природные заморочки. Мне кажется, что-то такое поменяли и стало намного холоднее. Или нас всех поменяли. Что мы стали чувствовать настолько сильно холод, потому что раньше никто такой холод не ощущал, как бы всем было насрать. А сейчас, ну реально холодно. Как бы вот минус 7, минус 10, и ты уже ощущаешь себя как сосулька. Ну это реально все, конечно, трэш. Ой, капец. Знаете, я такая сижу, типа, мы поднимаем бокалы. Мама включила по телефону, чтобы загадать, типа, желание и все остальное.
Я опять такая думаю, я такая думаю, кого вообще обманывать? Я ничего не понимаю, что происходит. Типа, продолжение праздников, у меня мозг тупо, типа, ну, затупил немножко, реально. Вот, и поэтому это капец. Ну так у меня вообще, ребят, что-то настроения никакого не было. Ни вчера, ни сегодня. И поэтому я сейчас кушаю и ощущаю, типа, непонятки. То, что тут опять еда, опять конфеты и опять кушать. Ночью. Ну, вот что значит, что люди все работают. Ну, половина. Потому что салютов не было. Нет салютов. Вкуснятина просто. Просто вкуснятина. Ну да. Я уже съела весь торт. И не выпила ни грамма чая. Я забыла. А, противный. Я люблю, когда чтоб кипяток был, чтоб прямо аж пар. Пар был такой жесткий. Ну это реально, это пиздео уже просто, пиздео. У нас отец даже не смог в такси проработать сегодня до конца, потому что ему стало холодно, и он этот пошел спать. Тупо сейчас посидел здесь, все холодное, салаты холодные, бутерброды. Это писец, все писец. И одна я сижу и жру, потому что... Я полдня не ем, а потом начинаю есть. Ну, типа, знаете, типа какие-то такие нервы. А потом только под конец дня я начинаю жрать. Типа, ну, это вообще, конечно. Не знаю, я не очень люблю такие пироги, пирожные, которые были, чтобы они были переслащенные. Мне нравится, чтобы был такой какой-то вот, ну, хороший бисквит, а не такой. Чтобы вот меньше сладкого было такого вот. Даже не знаю, как объяснить. Вот, к примеру, торт с тирамису. Ребят, он зашибенный. Но, честно сказать, торт с тирамису это не так же, как крабовый салат, в моем понимании. Я имею в виду то, что ты ешь тирамису, если ты им обжираешься, он тебя больше не привлекает. А вот если салат крабовый, ты, ну, он тебя больше не привлекает, но потом он тебя будет заново привлекать. А здесь так не работает, в моем понимании, потому что я, купив этот торт, уже который там раз, пятый, шестой, херово знает, короче, неважно, я его попробовала, все, мне тупо просто, типа зря. Знаете, такое ощущение, как будто я реально переела этого торта. Я огромная была фанатка раньше этих тортов, я их... Ну, блин, просто на день рождения, на Новый год, на Рождество все время покупали торт. Хотя казалось, да, ребят, покупать торт на Новый год или на Рождество, когда, ну, в 12 ночи ты жрёшь это все, это как бы, я не знаю. Какой ужас. Не, ну вкусно, ребят, вкусно. Ой. Я капец. Только я сейчас могу слегка быть такая опять помятая. Потому что, ребят, когда холодно дома, кожа вся в мурашках, ощущение, как будто бы ты на улице находишься. Да, у нас, потому что у нас не пластиковые окна. Нам говорят, типа, как так, типа, у всех стоят пластиковые окна, а у вас, типа, нет. Я такая... Ну, типа, нахер не нужны. Потом летом, ну, пиздео будет реально настоящее, потому что, ну, это ж капец будет, ребят. Идешь, смотришь, и там, знаете, уже весной, там, летом у всех открыты
Значит, что не хватает воздуха людям. А у нас его предостаточно, ребят. Заходите к Снегурочке домой. И что? Мама здесь как со льдом покрыта. Очень холодно. А вы что думали? А вот она. Ощущение, как будто я выпила шампанского, но я его даже еще не пробовала. Это нормально. Ведь много разнообразных тортов именно в коробочках. Но у нас, блин, здесь рядом почему-то одни и те же торты. Ну, Наполеон, к примеру, там где-то другие, чародейка или как-то так. Нам понравился торт. Как он называется? Арабская ночь или что-то такое. В общем, какой-то торт. Я вам реально сейчас не вру. Он идеальный был. Его сейчас нету почему-то у нас здесь. Бывает такое, когда ты переедаешься сладким в какой-то момент, ну, тупо такая, типа, все, харе, и не ешь его долгое время. Когда начинаешь опять есть сладкое, аж херово становится. Ну, типа, если не привычки. Я что-то боюсь вот эти все язычки сейчас пробовать, не знаю. Так, сейчас подумаешь, типа, я такая раньше была более... как это сказать, резкая, типа, ну, такая, не боялась, не предупреждала себя каких-то там, ну, вдруг там что-то случится, а сейчас я боюсь есть всякие там мизочки сладкие, я имею в виду вот эту вот фигню, тянучки всякие, я боюсь кататься с горок, потому, ну, знаете, меня вот лично насрать, 18 тебе, 17 тебе, сколько тебе там лет, ты с горки можешь кататься, хоть в 30, насрать на это абсолютно, мне лично всегда на это насрать, но я боюсь реально, я боюсь кататься с горок, у меня такого никогда не было, на катке я боюсь кататься, хотя раньше я каталась спокойно, то есть у меня вот реально вот, я не знаю, прям вот, ну, боюсь, раньше такого никогда не было. Ой, переела, вот, и поэтому вот. Ой, капец, я не знаю, как я сейчас буду умываться, потому что, ну, вот эти все сейчас маски делать, очень сильно холодно, это капец. Вообще, я в такую погоду, ребят, не вылазю из ванны вообще, то есть я всегда прямо грею ноги, я не могу вот вылезти, я вот, что зима, вот я, знаете, у меня ведь личные дневники есть. Вот кто их не ведет, ребят, видите, пожалуйста. Это так прикольно. Ну, конечно, у меня там ничего там разнообразия такого нет в личном дневнике. Но это прикольно именно в том, что, знаете, я начинала вести дневники в 2015 году. Пи-пи-пи-пи. Короче, я начала вести с 2015 года личные дневники. И в 2015 как раз... Я сидела в ванне и писала, типа, вот я сейчас сижу в ванне. И меня недавно допёрло то, что я, не знаю, с какой-то привычки, я постоянно беру с собой дневник в ванну, когда я чисто грею ноги, и пишу, типа, всем привет. Ну, я не знаю, к кому я обращаюсь, но это не важно, это уже как прошло в привычку. Типа, всем привет, я сижу в ванне и пишу, и там, и начинается вот это все там, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И это у меня, ребят, вошло в привычку каждый раз. Я даже сама не замечаю, что у меня каждый личный дневник начинается с того «Всем привет, я сижу в ванне». Понимаете, что я просто обожаю воду. Реально, я сочиняю стихи в ванне. Я чисто как-то расслабляюсь в ванне именно в том в плане, что мне легко, как бы, допустим, какой-то там, не знаю, нервы какие-то или что-то, я просто ухожу в ванну, сижу, и у меня просто расслабление идет. Ну, как типа от алкоголя. Вот, ну, в общем-то, так вот у меня это работает, не знаю почему. Я вообще не знаю, почему я это говорю именно сейчас, но неважно. Ой. Не думала, что я научусь пить чай без сахара. Знаете, это такое приятное ощущение. А вот, ребят, конфетка. Вот такая вот конфеточка.
тут такое все в русском стиле, в русском народном, и как раз по вкусу такое какое-то как древнее, как будто вы знаете, с кашей какой-то, реально-реально с кашей. Типа это странно. Такая она внутри. Сейчас попробуешь, посмотришь. О! Вот. Видите, какая она внутри? Там, видите, если увидеть, такие как вот, ну, не камушки, господи, как они вообще называются. Ну, в общем, сам факт того, что как будто бы по вкусу это вот, знаете, взяли манную кашу и смешали с чем-то. Ну, в общем, все сочетается. Круто. Ну, вкус сырный. Офигеть. Как в какой-то мере, ребят, даже это противно. Ах, и хуха. Если что, ребят, у меня там реально чай. Просто потому что вы можете подумать, что я какая-то сейчас уставшая, типа то, что я выпила. Нет, ребят, это не так. Просто я какую ночь уже не сплю практически. Поэтому так. Я просто знаю, ребят, что на утро отмечать классно на утро. Ну, просто, ну, как бы в ночь, потому что, чтобы желание загадать. Так на утро классно, потому что ты просыпаешься, правильно начинаешь день с кушанья, а не с ночи. Ну, типа, знаете, типа, правильно. А я делаю опять неправильно. Конфеты, торты, мя-мя-мя.